Сколько бы каждому из нас ни было лет, мы все до сих пор верим в сказки. Ждем зиму, любим кататься с горок, играть в снежки. И вновь, как в далеком детстве, сердце замирает, когда видим нарядную лесную красавицу, сказочные елочные украшения, гирлянды и снова начинаем верить в чудеса. На радость детворе и взрослым на площади поселка Буланаш состоялось открытие елки. И надо сказать, что Буланашская администрация при помощи неравнодушных людей, а также творческих работников, постаралась на славу, организовав для всех жителей поселка и гостей настоящий праздник. А началось все с парада Дедов Морозов. Вот и наступил самый главный момент сегодняшнего праздника, которого мы все так долго ждали. Главная площадь поселка, принимая свои объятия наших уральских Дедов Морозов! Их сопровождают неизменные спутницы Снегурочки и любимые всеми с нами с детства сказочные персонажи! Торжественно поприветствовал и поздравил прибывших сказочных героев и всех гостей праздника глава Томс поселка Буланаш Виктор Юрьев. В ответ прозвучали и поздравления от сказочных дедов. И, кстати, даже на разных языках. Я веселый Дед Мороз, я подарки вам привез. Я привез вам море смеха, море счастья и успеха. С Новым годом, ребята! Дорогие молодцы, во сколько я по-русски Богу говорю, я только что привык в Казани. Во сколько сейчас не зря. Мероприятие на Буланашской площади стало настоящим эпицентром выражения чувств. Веселились, несмотря на легкий морозец, все – и взрослые, и дети. Дружно водили вокруг настоящей лесной красавицы хороводы, веселились, участвуя в конкурсах, зажигали в танцах вместе со снеговиками, зайцами, снегурочками и клоунами. От души пели песни из старых добрых сказок. Не обошлось и без подарков. Детишки с радостью читали стихи и получали от Дедушек Морозов за это игрушки и сладости. Ну а дальше начались игры и конкурсы, в которых принимали участие и дети, и взрослые. Вот так весело и дружно все вместе буланашцы открытием елки на площади зажгли предстоящие новогодние праздники.